Дорогие жители города Барыша и Барышского района, приближается 2016 год, и уже по традиции мне хотелось бы вас поздравить с приближающимся Новым годом. Из года в год нас пугают какими-то кризисами, какими-то осложнениями. Всегда в преддверии наступающего года мы замираем в ожидании того, чтобы никакие катаклизмы нас не посетили. Но и как показывает практика, на самом деле, года бывают не совсем плохие. И 2015 год, который был и про который говорили всякие страшные вещи, что и экономика рухнет, этого не произошло. Я точно уверен, что этого не произойдет и в 2016 год. Мы, российский народ, достаточно великий, который доказал уже на протяжении многих сотен лет о том, что наша живучесть в трудных условиях очень высокая. И, конечно же, очень бы хотелось в этот предновогодний, скажем так, день поздравить вас с наступающим Новым годом, пожелать вам прежде всего, наверное, это самое главное, здоровья вам, вашим близким, чтобы никакие невзгоды не посещали вашу семью, чтобы вы были веселы, чтобы у вас было хорошее настроение. Да и вообще, чтобы в ваших семьях всегда поселилась радость и удача. И поверьте, в 2016 году у вас все получится. Все у вас будет хорошо, несмотря ни на какие прогнозы. Потому что ваше счастье, оно находится в ваших руках. С Новым годом! Всего хорошего! И удачных выходных. С Новым годом!